Здравствуйте, я Владимир Сухоносов, являюсь методистом Бутейка с 37-летним опытом работы. Доктор Константин Павлович Бутейко лично вручил мне его диплом методиста, подтверждающий мою квалификацию. Чтобы выздороветь, вылечиться, необходимо избавиться от причины заболевания. Доктор Константин Павлович Бутейко сделал открытие, что главной причиной более 100 хронических заболеваний является повседневная гипервентиляция или глубокое дыхание. Он разработал систему упражнений для ликвидации глубокого дыхания и тем самым избавления от заболеваний. Его система предотвращает появление новых заболеваний в будущем, что особенно важно для детей. Приведу только один пример, показывающий вред глубокого дыхания. В физиологии известен закон, закон Бора, из которого следует, что глубокое дыхание приводит к недостаточности кислорода в мышечных тканях, в клетках головного мозга, сердца и других внутренних органов. Доктор Бутейко называл свой метод методом волевой ликвидации глубокого дыхания. В 1985 году был приказ министра здравоохранения СССР о применении метода волевой ликвидации глубокого дыхания при лечении хронических заболеваний. Название метод Бутейко пришел позже. Я представляю международную компанию методистов Бутейко, Лен Бутейко. По-русски изучайте Бутейко. Посетите наш сайт. У нас более 70 видеосвидетельств от наших пациентов. Наши методисты проводят занятия по программе, лично разработанной доктором Бутейко. Посетите наш интернет-семинар в живом режиме, где вы можете обсудить вопросы здоровья на русском языке. Немного о себе. Впервые я услышал о подходах доктора Бутейко в середине 70-х годов прошлого столетия. Это была шокирующая новость. Она переворачивала общее представление о болезнях и методах их лечения. Я стал посещать его лекции, изучал научные работы. Мое личное знакомство с доктором Константином Павловичем Бутейко началось в 1979 году. Я стал часто бывать у него дома, наблюдая его занятия и вникая в его объяснения. В течение 5 лет я изучал теорию и практику метода Бутейко, помогая людям избавиться от хронических заболеваний под его руководством. После этого срока Константин Павлович Бутейко лично вручил мне его диплом методиста. И я стал проводить курсы Бутейко самостоятельно. Отмечу, что я был членом первой мобильной команды методистов, куда входили Сергей Узгин, Александр Стальмацкий. Мы проводили курсы Бутейко во многих городах Советского Союза, от Прибалтики до Дальнего Востока. Мы находились в постоянной связи с доктором Бутейко, консультируясь с ним, как лучше помочь людям с хроническими заболеваниями.
До периода развитого интернета, хочу также сказать о моей работе в Соединенном Королевстве, куда я был направлен доктором Бутейко. Александр Стальмацкий и я проводили курсы на постоянной основе в Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльсе в течение 6 лет. Теперь я работаю через интернет в живом режиме, в режиме онлайн. До новых встреч. До свидания.